Всем доброе утро, мальчики и девочки. Давно не виделись. Давненько я что-то не снимал. То в гостях был, то болел, короче. Вчера вот приехал. Ну, я что-то рано вчера спать лег. Проснулся уже время 8:30, блин. Поспал по-хорошему. И вставать неохота было, если честно. Сейчас я вас накормлю. Надо идти кормить животину. У меня здесь кошачий мир. Смотрите, что творится. Вчера постирался, белье сейчас достал. Пойду сейчас повешиваю белье. Банда в пакете. Не ложу я им туда в тарелки, потому что сейчас там и собаки живут. А собаки хитрые, они у себя съедают, и там идут у них съедают. Я вот здесь в пакете принес, как поставил. Недели полторы, наверное, назад вот они так прибегают, покушают. На улице, в принципе, тепло, но погода пасмурная. Я не знаю, сейчас повешу, посмотрю. Если дождик будет, уберу потом в дом на это самое. На сушилку повешу. Что делать сегодня будем, пока не знаю. Меня дня три дома не было. Говорю, только вот вчера приехал. Сейчас посмотрим, за что хвататься. Ладно, смотрите дальше. Друзья, перед началом просмотра хочу порекомендовать вам такой канал. Называется «Жизнь на пенсии с нуля». Вот такой вот канал. Люди тоже также снимают часть своей жизни. Здесь достаточно видео. Я так немножко посмотрел. Показывают, как они живут, что они делают, чем они занимаются, заготовки, еда, в общем, ну, такая обыденная деревенская жизнь. Стройки, там какие-то прогулки, в общем, много интересного. Если, ну, кому-то интересно, то подписывайтесь. Я забусковал маленько. В общем, подписывайтесь, ребят, на канал, поддержите лайкосиками, комментариями. Ну и напишите, конечно, что пришли от меня. Ссылочку я оставлю в описании на канал. И вот в закрепленном комментарии. Переходите, ставьте лайки. Ну и поддержите людей на пенсии. Посмотрите, как они живут, чем занимаются. Пришла осень. Сырость такая, вообще капец. Так, что тут у нас? Вчера купил ячменя. Ну не едят, смотрю, и куры. И гуси едят. Все страшно. Со страшной силой. Вчера кормушку насыпал, они ее уже съели. Сейчас водички им налью. Ой, прибежали. Красавцы мои, да? Уже гуляются. Любовь у них уже в полный рост. Здесь вроде им повыбирали все кирпичи большие. Все, это я засыплю им там болотину эту, потому что такая сырость от этой болотины. Вон эти стекла какие. Вообще кошмар. Так вот подальше. Ну, это я сегодня что поубираю, что сюда под забор вот так засыплю, чтобы ровно здесь было. Ну все, и будет площадка, короче. Чтобы было чистенько, аккуратненько. Сейчас накормим, дела по делу. Надо пойти еще один час. Один раз чайку попить, белье развешать надо. Что моя? Найдена? Найдена моя? Кто у меня тут по ночам лает? А? Кто у меня по ночам лает? Да? Кто полает? Димоныч. Жив-здоров. А где эти мелкие? Мелкие-то где? Я их не видел, соскучился. Они уже в доме висят, они сейчас у меня все в дом. Тёмая, тёмая, тёмая. Вот они. Белка, белка. Белка, белка не подходит. Белка, Филимон подходить не хотят. Ну, подходят, но так, редко-редко. Все, водички налил. Вот эту болотину надо засыпать. Потому что такая сырость от нее здесь вообще капец. Еще тазик тут вот стоял. Засыплю тазик, он туда на камне поставил. Этот тазик тоже сюда на камне поставлю. Все там хоть впитывать будет. А тут он растягивает
везде. Пошли, выходи. Да. Пойду сейчас белье развешаю. Ну, пасмурно сегодня. Поэтому, наверное, и тепло на улице. Сейчас поглядим, что тут. А тут 11 градусов. Ну, в принципе, неплохо. Да? Филимон наелся и спит. Филимон наелся и спит. Да, Филимон? Филимона? Че, наелась? Ты как Димыч, да, тоже морду вытираешь? Поела и морду втрет, смотрите. Молодец. Ладно. Так, выключить свет же надо. В доме надо сегодня порядочек навести. Я бы... 3 дня дома не было, такое ощущение, как будто это самое. Как будто здесь кто-то жил, блин. Кто помнит, когда-то, когда я сливу собирал, котята прилипли. Вот беляш, смотрите, но она кошка, она поменьше, я уже показывал. А вот котяра. Ой, лохматый, здоровый кабан будет. Ну, они еще маленькие, месяца по 3, по 4, может. И рыжик подрос, да? Эй, змееныш, гаденыш, а? Спички тут раскидали, все побросали. Ладно, поубираем. Где была? А? Где была? Ах ты, шельма моя. Ладно. Ну что, дома вроде все попеределал. Порядки навел, посуду помыл. Постирушки повесил, вот видите, солнце вылазит. А было так прям. Что-то ездил, что-то скупают опять. Орехи, наверное. А было, короче, хероватенько. Ну ничего, посмотрим, вроде растягивает. А я уже дома все повесил, короче. Че, ну пойдем сейчас, яму тут надо засыпать. Пойдем там поубираем, посмотрим, что делать. Засыпем. Что останется. Ну, короче, посмотрим. Пойдемте работать. Мальчики и девочки, вот так вот, порядочек, все четенько, чистенько. Сейчас еще шифер отсюда поуношу. Так, подготовил здесь нормально. Все здесь подзасыпал, сейчас посмотрим, сейчас я раскидаю тут. Надо камня, чтобы это... чтобы впитывало, чтобы не было этой грязи, а то они здесь болотину развели, блин.
что, чайку пивнули, погнали дальше. Тут что-то я весь взмок, пришлось переодеваться. Футболочку чистенькую. Посидел, чаю попил, остыл маленько. Да сосед зашел, в гости тоже чайку попил. О, о, банда. Ну и чего? Все, болотины нету? Вот так вот. Что делать? Ничего не делать. Сейчас я вам насыплю там еще покушать. Водичку поменять надо. Че засранцы притихли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Ладно, сейчас я им покушать дам. Ну вот и все, короче, добил. Что тут у гусей? Вот видите, вот это не едят, это вот то, что я раскидывал. Не хотят они его есть. Вообще. А мое съедают. Так что круто. Придется им оставить его на зиму. То, что я у соседа покупал. Три этих тюка. Ну, здесь мало. Ну, на зиму там что. На зиму у меня останется там уж 5-4 гусей. Им точно хватит. Ну а этих. Сейчас надо их усиленно кормить, чтобы они у меня были нормальные, короче. Чтобы их можно было потом есть. Чтобы их можно было есть. Ну и все, в принципе, что я здесь закончил. Сейчас дома надо еще там кое-какие дела поделать. Все гоняют. Что-то катаются тут. Нифига не все. Я все хотел здесь как-то порядок навести. Все, руки не доходили. Сейчас хочу засыпать здесь. Ого, корнище. Корнище какой. Гуси у меня его перегрызли, короче, и он высох весь. Это, я не знаю, кто помнит, когда я сюда заехал, здесь хмель рос. Все подвыровнять здесь, а так аккуратненько. Ой. О, корневище-то какое. Вот так, и засыпать здесь аккуратно. А то уже весь цемент потрескался. Что там вытворяешь? Я здесь такую небольшую площадочку. Чистенькую, ровненькую, аккуратненькую. Это что такое? Засыпем здесь ровненько. Ну вот, все меньше грязи. Ё-моё. Черви еще есть, смотрите. Вот так вот. Все потихонечку утопчется. Плиточку сюда ложить не будем, конечно, но уже вот нормально.
Хрен в этом году тут расти точно не будет. Гуси его выклевали. И все. Вот видите как. Чистенько, аккуратненько. Сейчас еще там грязь поубираю. Ну все, теперь здесь точно все. Ну здесь, я имею в виду. Посмотрим, что тут у нас с курочками. А у нас гуляночка. Опа, черныжка сидит. Еще у меня есть одна идея. Но пока у меня такой возможности нет. Это септик. И вот это вот отсюда надо все убрать. Сделать досками, крышку сделать. Ну и залить, короче, цементом. Но надо мне это, сетку. Сетку надо и крышку надо покупать, чтобы потом заняться, сделать. Ну, чтобы аккуратно было, чистенько, ровненько. Чтобы не валялись здесь вот эти шоферины и вот это всякое дерьмо. Все, на улице, короче, закончил. Буду теперь дома немножко заниматься. Достал ягоду вот такую вот. По-моему, ежевика. Вот, вон, в морозилке у меня лежала. Здесь вообще ассорти. И малины, и ежевика, и крыжовник. Короче, тут много. Блин. Ежевика этика. Вот. Буду я, короче, варить компотик. Кастрюльку надо. Компотика сделать. Кушать у меня есть, полный холодильник, просто разогревать надо. Ну и конечно перекушу, у меня там борщец есть. Борща поставлю, подогрею в микроволновку. Посуду перемыл, в порядке навел. Ну там есть у меня еще кое-какие дела. Ну все, буду готовить компот. Кстати, ну я уже говорил, да, что в гостях был. Привез айвы. Вот такая вот, смотрите. Положил, хочу попробовать. Может, компот сделаю там, не знаю. Ну, в общем, попробуем. Ну, такой запах от нее здесь стоит бешеный. В перемешку с яблоками, с грушами. Вообще такая красотища, кошмар. Короче, вообще вкусно. Все вкусно. Запах погреба, ребят. Вообще огонь. Набрался, короче, борщица. Ой. Сейчас я его нагрею, перекушу, компотик варится, цвет будет ядерный, просто ядерный. Вот, и дед был у меня тут, пока меня не было, нашел в ведре два помидора. Надо пойти в холодильник положить, у меня там есть перцы, там можно будет что-нибудь замутить потом вкусненькое. Есть у меня вот такая вот настойка на шиповнике. Это дед меня угостил, но ее, ну, нельзя, короче, пить просто, там, взять и выпить, там. Ее можно пить, короче, там, по рюмочке. Ну, типа как, в профилактических целях, вот. Точно. Подобрал, как сказать. Вот, сейчас я перед едой выпью одну рюмочку и покушаю. Борщец подогрел. Все четко, компотик варится у меня. Сейчас закипит сахарку туда и будет у меня что пить. Я просто доставал компот вишневый, выпил его, короче. Блин, вкусный вообще, я так жалею, я всего две банки закрутил, надо было закручивать банок 5-6. Такой прям вкусный, так зашел прям четко. Ну ладно, все, что, приятного аппетита вам. Ну вот и пообедали, в принципе. Да, время без 15 час. Компотик уже доваривается, вот. Сахару я закинул. Посмотрите, какая красотища здесь. Ай-яй-яй. Сейчас сварится, я его сниму. А я пойду перекурю. Пойду перекурю. Ну и скажу вам, на этом все. Я видео закончу. Пойду быстро смонтирую, потому что у меня еще есть дела, которые нужно поделать. Вот. Кстати, кто хотел написать, что я алкаш, пишите. Я не огорчаюсь, если что. Пишите. Кошмар. Ну и все.
понравилось видео, ставьте лайкосик обязательно, пишите комментарии, не забывайте подписаться на канал обязательно. Все ссылочки, ребят, в описании, переходите по ссылочкам. Яндекс.Дзен, второй канал. Ну все, на этом всем пока.